Так, у меня, походу, второй дубль, потому что я с первого раза не смог записать. Но ничего. Еще раз, я нахожусь в павильоне Индонезии, они здесь придумали такую, как бы, игру. Вот ее правила. Правила я уже прочитал. Суть в чем? Здесь нужно подбрасывать кубик. Вот кубик. У меня просто в первый раз выпала тройка, поэтому я сейчас вот просто брошу, чтобы показать. Вот. И нужно искать ящичек с этой цифрой. На этом ящичке есть объект, в этом ящике есть объект, и наверху есть текст. И есть номера, в какие ящички можно пройти дальше. Вот так вот нужно пособирать несколько ящиков, и потом... А, смотри, вот там есть на потолке секции. Ну, если тебе, допустим, 70-й, то тебе туда, если тебе там 111-й, тебе туда и так далее. Вот. То есть ящики, в принципе, по номерам расположены. Вот. Ну, короче, у меня в тот раз выпала тройка, я уже не хочу идти по пятерке. Давай пойдем по тройке. Значит, еще раз. Здесь написано на ящике. Я никогда не буду. Варианты продолжения. Если я уже есть, because I already am. То есть, если эта фраза заканчивается because I already am, надо идти в 21-й. Если я сомневаюсь, то в 176-й, а если я не могу, то в 89-й. Вот. При этом в самом ящике лежит вот такой вот странный объект, напоминающий мозг. Ну, то есть, не знаю, как это связано с текстом, но можно попробовать пойти на 21-й. Да, идем в 21-й. 21-й нам показан вот тут, 20-й находится здесь. Вот 21-й ящик, и он тоже с мозгом, но мозг этот другого цвета, он просто лежит. Как ты узнал, что это 21-й? А, вот, видишь? Причем, что интересно, эти ребята сделали ящики открывающимися, то есть я не знаю, зачем это, но они открываются. Так. I can never be, because I already am. Can I be more than I am programmed to? Ну, тут звучит вопрос, могу ли я быть чем-то большим, чем я запрограммирован быть? Вот. И здесь варианты развития событий у нас 109-й, пробужденный, 27-й, мертвый, голый и рожденный. Голый и рожденный. Что мы выбираем? Голый. Голый? Угу. Хорошо, голый. Идем. Так, запоминай. 3, 21, 45. 40-й находится вот там. Вот здесь. 45, да? Вот, 45. Читаем текст. Звук песка наполнил мой рот. Я был ответственен. И пейзаж сна не мог сформировать еще один суд. Да. Объект у нас тут представляет из себя косичку синего цвета, хвостик ее сложен в мешочек, и все, больше тут ничего нет. Я сейчас ее просто хочу хорошо отснять. Вот, вот так. Вот такая вот косичка. Так, развитие, развитие. 117. Давай выберем Zen I Woke Up. Zen I Woke Up, хорошо. 113. Выбираем 113. Так, 113. 113, это нам надо туда идти. Так, 108, 107, 109. Может быть здесь? Да, по-моему, это здесь. 110, 111, 112. Ого!
А, это 117, 118, где 113? А может быть здесь? 102, нет. Блин, а я что-то пропустил? 112, 111. А 113 все есть? А, вот, 116. Вот, 113. 113, так. Мы там просыпались, да? Мы прошли по какому-то, по какой-то цепочке. Похорон, дом похорон, это дом счастья, это счастливый дом. Так, объекты у нас тут корица. Сейчас я открою. Вот тут корица, семена различные, орехи и какие-то стеклянные, как марбл, шарики, да? Угу. Прыгунчики. А это попрыгунчики, думаешь? Думаю, да. Ага. Интересно. Вот эти два больших. Так. И отсюда мы можем идти. Эта игра, по-моему, бесконечна. Да, она бесконечна. Ты можешь ее остановить. Так, caterers wishes, 113. Ну, хочу идти на 118. 118 у нас. Это где? 117. Вот, 118. Текст. Но я не говорю о начале, в конце. Объект. Объект. Это стеклянный аквариум, в котором находится некое сухое растение. Варианты продолжения. Конец, моя цель, 57. Оно вело нас в конец, 44. Давайте поговорим о начале, 66. Нет начала без конца, 124. В конце я победитель, 106. Как предсказано, 140. Я начало и я конец, 20. Вот. По такому принципу строится эта игра. И потом, в конце, когда мы захотим ее остановить, эту игру, мы подходим сюда, к этому столу. Мы подходим к столу. И я такой... А, вот наконец-то появилась медиаторка, может, я сейчас у нее возьму. Can I have an English brochure? Aspect, I will try to find. Вот, я так понимаю, что если тебе выпадет, ну или ты найдешь 180, то это конец, и ты приходишь к этому столу. И на этом столе у тебя есть вот ардуинка, и ты на этой ардуинке уже набираешь все свои цифры, которые у тебя были, и тебе вылезает такой прикольный чек. Чек с твоей как бы историей, которую ты прошел, да, с неким нарративом. Окей. Okay. I know. Вот это я не знаю. Это, видимо, у всех, кто пользовался этой ардуинкой, здесь есть все их тексты. Ну, в общем, это супер интересно. Это как это, игра с открытым концом, что ли. Мне очень понравилось, ребята молодцы, постарались. Не часто, скажем так, на биеннале встретишь такие работы.